Всем привет! Вы на канале Orange Kitchen, и сегодня мы готовим английский пастуший пирог. Лук и морковь нарезаем мелкими кубиками. Разогреваем подсолнечное масло и обжариваем овощи до золотистого цвета. Обжариваю фарш до полного испарения влаги. Как только фарш зарумянился, добавляю обжаренные овощи. Пропущенный через пресс чеснок. Томаты в собственном соку и столовую ложку томатной пасты. Все перемешиваем и добавляем полбокала красного сухого вина. Всыпаем муку, перемешиваем и вливаем бульон. В ступке измельчаем сушеный тимьян, розмарин и соль. Добавляем измельченные травы и черный перец. Вливаем столовую ложку вустерского соуса. Тушим около 10 минут до загустения. В последнюю очередь добавляю зеленый горошек, перемешиваю и сразу же выключаю плиту. Отвариваю картофель в подсоленной воде с лавровым листом. В горячий картофель добавляю молоко, сливочное масло, черный перец и мускатный орех. Все хорошо измельчаю блендером. Добавляем натертый сыр и продолжаем взбивать. Картофельное пюре получается нежным и воздушным, по консистенции как жидкое тесто. Форму для выпечки смазываю подсолнечным маслом. Собираем пирог. Добавляю фарш, картофельное пюре и аккуратно разравниваю. Выпекаю при температуре 200 градусов до румяной корочки. Примерно 15-20 минут. Даю немного остыть и нарезаю на кусочки. Получается простое и очень вкусное блюдо на обед или ужин. Желаю всем приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока-пока.